Казахстанская мусульманская религиозность, она более спокойная, толерантная. И вот суннизм, спокойная религия, почти светская религия. У нас свои обряды, свои обычаи. И потом казахи поклоняются духам предков, аруах. А Коран говорит, что поклоняется только Аллаху, никаких духов. Но мы, зная 7 поколений своих предков, мы духом предков поклоняемся. Я не вижу ничего в этом страшного.